Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и мы поговорим про остров Пробуждения. Я не буду вам рассказывать какие-то остроты, но я в целом расскажу про то, что вы там можете получить. Про вот эти вещи вы забудьте, но вы сами понимаете процент выпадения этого всего. Поговорим про сундучки. Если вы состоите в топ-сайде, вы по-любому обязаны посещать остров Пробуждения. С этих сундуков падает очень много всякого вкусного. Можно получить Орден Славы и Кристалл. Сундук Пробуждения улучшенный. Сундук Пробуждения редкий. Сундук Пробуждения героический. И сундук Пробуждения высокого качества. Есть 4 типа сундуков. Я думаю, если вы компашкой людей соберетесь, то вы можете позабирать вот этих мелких боссов. Но я не думаю, что тут вы много получите с этих сундучков. Если вы в топ-сайде, то слушайтесь вашего БЛа, и у вас все получится. В основном там с него будет выпадать вот такой кристалл души Пробуждения. Кошачья банда, 6 раз. Он 2 раза быстрее прокачивает ваши души. Давайте перейдем непосредственно к сундучкам. Видим, я налутал 13 сундучков героических. Чтобы получить сундук, вам нужно лишь один раз ударить РБ. РБ погибает, вы получаете такой сундук. Я просто выполнял команды БЛ, бегал за БЛ. Ну, моей умственной активности, как говорится, тут не нужно. И со всех сундуков я примерно получил где-то 60 тысяч Орден Славы, 25 тысяч кристаллов, где-то 600 очков Пробуждения. За полчаса, я скажу, это достаточно хорошая цифра. То если вы в топ-сайде, не пропускайте остров Пробуждения. На остров Пробуждения можно попасть персонажами 55 уровня и выше. Вход открывается в понедельник 22:00 и закрывается 22:30. То есть вы можете там пробыть полчаса. Также и в пятницу. Даже если вы не состоите в топ-сайде, вы можете просто там покачаться и пофармить адены. Видим, что кроме боссов там еще есть обычные мобы. Могут выпасть души Пробуждения. Обычный, улучшенный и редкий. То даже если вы не в топ-сайде, я на 65 уровне за полчаса, у меня примерно процент час. Ну так как я там был полчаса, то 0,5% я там зафармил. Запасайтесь виталкой. Это как по выкачке персонажа, примерно как 60-й замок. Но с окупом адены и фармом душ. С вами был Розе. Если вам понравилось видео, подписывайся на канал, ставь лайки. До новых встреч!